Ребятка попала к нам в цирк 15 лет назад. Мое знакомство лично с ней произошло в городе Саратове. Мы работали на гастролях, работали родители. Вот, на тот момент мне было 15 лет. И я помогал им в аттракционе ассистировать, то есть работать вот за кулисами. Родители работали в манеже, вот, а мы с ребятами им подавали медведи. И Вятки была тогда на самом деле очень толстенькая, ну, такого размера она к нам попала. И мы с нашим дрессировщиком Александром, который с нами также 15 лет в сети работает, вот он со мной сюда приехал, кормили ее из соски. И, в принципе, для меня, наверное, это был один из первых медведей, которого вот я выращивал так, именно с маленького, и до сих пор она со мной работает. Вот Мишка оказался очень талантливым. Кстати, как вот мы не сравнивались с медведями разных регионов, на самом деле кировские медведи очень-очень талантливые. Они любят работать, на самом деле, и способны делать различные жанры и трюки. То есть Вятка у нас играет и в музыкальном оркестре на бубне. Она катается на велосипеде с большим колесом, называется «Паук». То есть переднее очень большое колесо, заднее маленькое. Умеет ездить на мотоцикле Вятка у нас. На обычном велосипеде катается, на самокате может кататься. Но вообще делает очень много трюков. И еще, конечно же, именно Вятка у нас солирует в номере, называется «Антипод». Это когда, ну, неважно, человек, это есть и людской жанр такой, и вот мишки делают. То есть лежит на спине, вот Вятка непосредственно на специальном пьедестале, и лапами крутит различные предметы, то есть вверх ногами она лежит. Сейчас мы готовим дублера этого трюка, но пока как бы вот Вятка у нас солирует, можно сказать, ну, достаточно, практически во всем аттракционе она участвует. То есть у нас 15 медведей, и, соответственно, ну, в манеже там одновременно появляются где-то 5-6 медведей, следующие уже готовятся на следующий трюк, потому что же эти должны зайти, а следующие уже идут в манеж, соответственно, тех надо переодеть. Там, на самом деле, здесь все так спокойно, красиво, за кулисами там вот так вот все, кто-то кого-то одевает, раздевает, ну, происходит подготовка к следующим трюкам. Вот, поэтому со мной работает команда моих дрессировщиков, ассистентов, все с нами работают не один год, вот. И как бы все уже опытные достаточно, но бывают, конечно, интересные вот истории, как я рассказывал, там однажды медведю забыли снять ролики, и он в роликах на велосипеде поехал. Я отъездил свои три круга непосредственно. Ну вот Вятка очень такой наш любимый мишка. И вот сейчас она в самом таком, сейчас такой период, когда у них новая шерсть перед зимой, она вот очень так поправилась за отпуск у нас, отъелась. Очень красивый мишка. Спасибо.